снимаю свое новое видео. Итак, сейчас я нахожусь в Германии, на такой площадке детской, ну, чисто немецкой площадке детской. Сейчас вы можете видеть, как играют немецкие дети. То есть тут можно залазить. Спускаешься. Дальше здесь есть полки. Что ты там делаешь? Я не знаю. Так же, как и один из вариантов. А, кстати, хотела бы показать вам, что тут пол, да, вот такой вот. Он немножко пружинит, то есть, если ребенок упадет, то это не страшно вообще. Ну, хороший пол, в общем. Также здесь есть такой прибор, когда ты крутишь ручку, и вот вода завихривается, да, так воды крутятся. Следующий вариант. В общем, точно. С камнем. Пойдем дальше. Вот здесь такая есть игра. Вот цель и вот цель. И вот какими-то вот такими мальчик сказал, что очень тяжело, но я сказала, что я попробую. У меня получилось. Так, также здесь есть вот такие вот девочки. Все. То есть, да, вот, крутишь что-то тут, когда играешь. Ой, это зеркало просто, смотрите. Это мои ноги, в общем, и тело, или... Прикольно, да? Смотрите, тут еще есть вот такая вот... А, здесь надо один... Данкешен. Здесь надо один синий шарик найти. Вообще что-то найти. По лугам смотреть. Мне стало интересно, это я хочу найти этот шарик синий. Но, видимо, не сейчас уже. Thank you.
Вообще-то вот так вот как-то фишечка и шайбочка, которая надо забрасывать внутрь. И это. И что-то там будет. А, и потом как-то их внутрь. И, короче, это такая. Я поняла, это вечный двигатель. Это самому надо нажимать кнопочку. Да, фигня. Когда бросать надо. Значит, здесь математический музей, да, это все сделано, можно сказать. И такой вот университетский город Гиссен, в котором есть математический музей. Здесь жил в этом Гиссене Рентген, да, очень знаменитый. И да, вот есть математический музей, в котором есть очень много вот таких вот разных кучек. Нет уже ничего. Это зверюшек, видимо, изучать. В общем, да. Вот это все. Да, так что вот такие вот дела. Наверное, то, что это стоит в центре города. Вся вот эта вот сзади меня вот штука, да, вся эта детская площадка немецкая стоит в центре города. Так, давайте перейдем еще, я покажу вам. Продолжение следует...